И что такое медитация? То есть это вот тоже очень важный вопрос. Многие не понимают и думают, что медитация – это работа с воображением и какие-то улеты в космос. Это все оздоровительные практики внутри школ кунг-фу в Учибе. Основная цель – здоровье, долголетие. Монахи, которые преподавали эти техники, они преследовали цель долголетия. Каким образом стать там бессмертными? Ну, это Китай на этом заморочен был очень сильно. И действительно, учителя этих школ жили по 250 лет. Представляете, 250 лет. И, в принципе, даже есть интервью с одним из таких монахов, и оно доступно в интернете. Это, правда, было в 1937 году. Ему было 250 лет, так он сказал, что я, мой учитель, когда от меня ушел, ему было 500 лет. То это даосы, которые вот именно занимались гимнастикой.